Поэтому она из Пензы. Вот. А остальное вы, Ниночка, наш спросите. Ну вот, смотрите, она какая у нас есть. А где Нина? Фольклор, сейчас неизвестно, что с ним будет. Получается, на самом деле вы, я сама себя называю асфальтовым ребенком. Я никогда до 14 лет не была в деревне. Да, я для вас говорю. И получается так, что когда я впервые побывала на репетицию своего отца в ансамбле «Реченька», и потом поехала в фольклорно-этнографическую экспедицию, мне было меньше лет, чем вам сейчас, 14 лет. И когда вот я увидела, вот, как говорят настоящие бабушки и дедушки, которые не умели ни писать, ни читать, за своей паникальной совершенно речью, своими какими-то особенностями чудесными. Я помню, приехала в одно село, там кто-то умер, а они же все родственники. А я туда и телевидение, а это ехать в Девический район, село Красное Дубраво. 4 часа ехать только до этого села. Они говорят, мы петь не будем. И вот я иду с прической, вот как сейчас, с косичкой, в туфельках, по чернозему Красной Дубравы, плачу. И вдруг сидит, значит, бабки, у которых я по нему купила песни, записала, и она, Оньк, вот идет, смотри, ей песни надо петь. А одной очки вот так вот на одно плечо, потому что на одном нет уже душки. И вот они говорят, давайте мы вас довезем. И они в своих калошах или галошах, значит, по этому чернозему двери закрыли, все перекрестили, ставни закрыли, чтобы никто в селе не услышал, как они поют, потому что кто-то, родственники, что петь нельзя. То есть люди, сегодня мы говорим о традиционной культуре только для того, чтобы вы, ребята, не смотрели свои гаджеты, не смотрели свои телефоны. Что вы сейчас, где вы сейчас видите настоящее? Нигде. Раньше мы искали информацию и не знали, как ее найти, а сегодня такой поток информации, что мы не знаем, как из него выбрать то, что нам нужно. И вы просто избранные. Что вас силком или не силком, вас сюда привели, вам сказали, ребята, приходите. И у вас сегодня, после того, что вы сегодня увидели, побывали у Вероники Александровны Плесенковой, послушали, увидели, вот как зевает, хорошо, увидели спектакль «Пинежский Пушкин», да? У вас что-то должно переключиться. Вот у нас есть Андрей Николаевич Котов, к которому все побежали на его мастер-класс, хотя не записывались, и сорвали конференцию у Екатерины Анатольевны Дороховой. Вот так вот. А кто виноват? Ну, кто? Екатерина Анатольевна. И кто? Вот, понимаете? Поэтому здесь получается, что у вас сейчас есть возможность, потому что я выступаю следующее. Мне нужно немножечко подготовиться, да? Привести свой голос в состояние радости и спокойствия. Поэтому задавайте вопросы. Если друг мой вянут розы на столе твоем и роняют тихо слезы на лепестки кругом, друг, не надо на печали, а в этом красота. Если розы их увяли, в них живет мечта. Если розы их увяли, в них живет мечта. Если груз печали муки в сердце у тебя и роняют тихо звуки, а в лоб скорбя, друг, не надо на печали, а в этом красота. Если песни отзвучали, в них живет мечта. Если песни отзвучали, в них живет мечта. Просто можно будет тоже попросить спеть. Да. Ребята уже встанут. Да. Это шикарно. Где-то ты знаешь, Аллочка, перекормить нельзя. Можно я скажу? Есть сейчас такая просьба. Мы начнем ровно в 5 наш спектакль. И нам нужно...